Здравствуйте, люди добрые, вам добра, радости, благополучия. Я Руслан Карандаш, Руслана Карандаша сын. Хотел бы обратиться ко всем людям, к семье Бабе Любе Барайки по поводу произошедшей ситуации между нами. Вот, по поводу того, что я наговорил на эту девочку, я прошу прощения. Эта девочка достойная, чистая, отцовская дочь, достойно вышла замуж. Я еще раз прошу прощения у ее семьи. И я мангал Патиту Мендеру малый. Я извиняюсь за произошедшую ситуацию. Вот. Так получилось, а молодой, дурной, 10 лет назад, вот, наговорил на девочку по злости. У меня были люди достойные, взрослые, мы сидели, общались, я дал слово, что между нами ничего не было с этой девочкой. Я еще раз извиняюсь, вам всем добра, радости, благополучия. Я прошу прощения у ее семьи, у нее мамы, у нее. Вам добра, радости, благополучия. Прости меня, мама, я прошу прощения у тебя, вот так вот получилось, я наговорила для девочки, была злая, прости меня, пожалуйста, прости, целую твои ноги, прости меня, пожалуйста. Даша, где мама? Где мама? Хэнко Марина. Дашечка, громче, Дося, громче. Я прошу прощения у тети Любы. Прошу прощения, мама. Целую руки. Что она говорила? Наговорила на девочку, на Яночку. Прости меня, пожалуйста. Прошу, не, пожалуйста.